Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленска из студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Мы продолжаем очередной этап по выполнению ключевых событий проекта по организации производства кобальта-60 на реакторах типа РБМК. Стартовала загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока номер 2. Мы обсуждаем именно рабочие вопросы. Многие проблемы возникают, которые мы вот уже намечаем шаги, как мы будем это дальше решать. Международная встреча в ОАЭС по обмену опытом в области экологической безопасности. Самое главное, что за это время вы приобрели новых друзей. Завершился 11-й международный военно-патриотический слет Отечества. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Суммарная мощность 27 работающих энергоблоков по концерну – 23 512 мегаватт. Суммарная выработка 100 691,500 мегаватт, что составляет 103,1% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, первый и второй, суммарной нагрузки 2021 мегаватт. Третий блок находится в среднем ремонте, частично замена технологических каналов, продление срока эксплуатации, 33 сутки ремонта. Выработка электроэнергии с начала июля составила более 48 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 2 миллиона. С начала года выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 532 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока номер 2. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, комментируя события, отметил, загрузка поглотителей нового поколения на втором энергоблоке – это ключевое событие 2018 года на пути к достижению стратегической цели Росатома по созданию новых продуктов для российского и международного рынка. К основным целям и задачам, поставленным Росатомом, по получению новых продуктов в части развития изотопного бизнеса. Концерн «Росэнергоатом», используя успешный опыт Ленинградской АЭС, начал развивать и применять традиционные технологии с использованием реакторов РБМК на Смоленской АЭС. Учитывая автономность технологических каналов, имеется возможность загрузки кобальтовых дополнительных поглотителей с целью облучения и получения дополнительной прибыли наряду с производством электрической и тепловой энергии без влияния на безопасность при эксплуатации атомной станции. На сегодняшний день мы продолжаем очередной этап по выполнению ключевых событий проекта по организации производства кобальта-60 на реакторах типа РБМК. Загружаем в 2018 году на втором энергоблоке 24 кобальтовых поглотителя. Области применения радиоизотопа очень широки. Он используется в ядерной медицине, для стереотоксической радиохирургии, лучевой терапии, стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, для повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур. Проект по наработке изотопа кобальта-60 на первом энергоблоке САЭС стартовал 30 сентября 2017 года. Когда был загружен первый дополнительный кобальтовый поглотитель. В начале 2019 года дополнительные кобальтовые поглотители, которые изготавливает и поставляет публичное акционерное общество «Машиностроительный завод», загрузят в реактор третьего энергоблока САЭС. А уже в 2022 году начнется извлечение облученных изделий из реактора первого энергоблока. Далее специалисты отдела радиационных технологий, используя специализированное оборудование и оснастку, разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят полученные источники с кобальтовыми капсулами в транспортные контейнеры. Окончательную подготовку высокоактивной продукции для передачи заказчику будет производить Ленинградская атомная станция.
На Смоленской АЭС прошла международная рабочая встреча Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. Представители атомных станций России, эксперты из Белоруссии, Болгарии и Украины обсудили тему управления экологической безопасностью АЭС, экологические аспекты, риски и возможности на основе международных стандартов ISO. Координатором рабочей встречи выступил советник ВАО АЭС «Московский центр» Сергей Лесин. Заместитель главного инженера по радиационной защите Смоленской АЭС Игорь Краснов, открывая совещание, представил вниманию коллег информацию о работе Смоленской АЭС в целом и, в частности, о природоохранной деятельности предприятия. Как было отмечено на встрече, большинство атомных станций России и мира еще в начале 2000-х годов прошли сертификацию на соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO и регулярно подтверждают соответствие этому стандарту в ходе ресертификационных аудитов. Участники совещания обсудили вопросы функционирования и совершенствования системы экологического менеджмента атомных станций, обеспечения экологической безопасности, построения интегрированных систем менеджмента на АЭС, управления экологическими аспектами, рисками и возможностями организаций и другие. Такое совещание ВАО АЭС Московского центра устраивает впервые, поэтому очень отрадно, что вопросам экологии уделяется большое внимание. Мы обсуждаем именно рабочие вопросы. Многие проблемы возникают, которые мы вот уже намечаем шаги, как мы будем это дальше решать. Поэтому хочется пожелать, чтобы такие встречи еще были и на других станциях. На совещании был отмечен и рекомендован к тиражированию на предприятие атомной энергетики положительный опыт Смоленской атомной станции по разработке заявления руководства об экологической политике с целью совершенствования систем управления охраной окружающей среды, передовая практика по оценке экологических рисков с помощью методики ВНИ АЭС на Нововоронежской, Балаковской и Калининской АЭС. В завершении встречи участники сформировали и подписали итоговый меморандум о направлениях дальнейшего совершенствования работы в области экологической безопасности АЭС. В Десногорске состоялось торжественное закрытие 11-го международного военно-патриотического слета «Отечество», организованного концерном «Росэнергоатом» Смоленск АЭС при поддержке администрации города. Его участниками стали более 100 школьников из городов-спутников АЭС, Смоленска, Москвы, Брянска и Московской областей, Республики Беларусь и Чувашской республики. Юные патриоты провели незабываемые 10 дней летних каникул в палаточном лагере, расположенном на территории, прилегающей к учебно-тренировочному городку войсковой части 3678 по охране Смоленска АЭС. На слете подростки забыли, что такое телефон и интернет, настолько интересной была здесь жизнь. Каждый день был насыщен разными событиями – военно-тактическими занятиями по стрельбе, метанию ножа, сборке-разборке автомата, тактике ведения боя, скалолазанию, самообороне, методике поискового дела, оказанию первой медпомощи, а также изучением истории Отечества. Освоить сложные дисциплины ребятам помогали более 3 десятков опытных инструкторов, которые в том числе обеспечивали их безопасность на тренировках. Интересно работать с детьми. Сложности, но они все разные. У всех разный подход к делу, у всех разное воспитание. Находим каждому подход, стараемся сдружить. Воспитанник военно-патриотического клуба «Пластун» из Смоленска Никита Кукушкин, который в 8-й раз приезжает на слет, уверен, здесь можно получить все необходимые навыки для службы в армии, закалиться морально и физически. Самым сложным для нас оказалось переправа. Подобных опытов переправляться у нас не было, и поэтому у нас был самый сложный этап. Последний день слета команды демонстрировали все, чему они научились. Состязались на полосе мужества, состоящей из 16 этапов, протяженностью более 2,5 километров. Быстрее всех к финишу пришла команда «Пластун» из Смоленска, которая побеждает второй год подряд. Как утверждают юные казаки, годы тренировок не проходят даром. Серебряным призером стала команда из Курчатова. Бронзу взяли белорусы. Более 15 участников слета показали успешные результаты в личном первенстве. 10 дней пролетело. За 10 дней было все. Была жара. Был дождь. Сильный дождь. Холодные ночи. Мокрая одежда. Полоса препятствий. Самое главное, что за это время вы приобрели новых друзей.
вы сплотились, вы стали единой командой. Всем победителям и призерам вручены награды от администрации и профсоюза «Смоленск АЭС». Спасибо вам большое, и мы хотели бы от лица нашего государства выразить благодарность организаторам этого мероприятия. Глядя на этих юных, но стойких парней и девушек, рождается уверенность, что будущее страны в надежных руках патриотов, которые смогут постоять за себя, свой дом, семью и родину. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в концертной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности «Благослови Господь семью. Творение Венец», которая пройдет 8 июля с 16:00 до 20:00 на городской эстраде. В 16:00 состоится детский праздник «Микрошка», в 17:00 – чествование лучших семей города Десногорска, в 18:30 состоится праздничный концерт. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.